Илита Арксплюй Продакшн представляет Привет, мои любимые Сейчас я вам покажу довольно забавный баг В чем вся соль, смотрите А, получается, если у нас есть а, Ликантроп У него есть ультимейт да. И он подбирает Айегу Потом его, короче, начинает убивать В тот момент, когда ему наносится последний удар Он кастует ультимейт Умирает, срабатывает Айега Он возрождается а, в своей человеческой форме. Но один нюанс, у него будет максимальный мув спид. И он будет бегать по всей карте, как угорелый просто. Сейчас я покажу это уже на деле. Допустим, да, нам нужно убить Рашана. Я думаю, Ликантропа убить его, убить его не проблема. Тем более, это можно все реализовать на шестом уровне уже. То есть вы просто в паблике покупаете 4 рапира и убиваете Рошана. Ничего сложного в этом нет. Теперь давайте я все-таки здоровье восстановлю, потому что мне так будет удобнее рассчитывать. Поехали. Раз, два, три. Так, два удара по личику. И нормально. Давайте я прям выключу ВТФ мод, чтобы было все честно. Все. А, теперь смотрите, что я должен сделать. В момент, когда я наношу последний удар а, за Свена, например, молот летит, я, именно Прям в этот же момент я должен ультовать. То есть, если дольше задержать ультимейт, то есть позднее ультануть, ничего не изменится. А если прям в этот момент, то все будет идеально. Так, пробуем. Летит молот. Ультую. Прям вдали, моментально. Теперь что будет дальше? Я появляюсь в человеческой форме. И у меня move speed 650. И я могу бегать как угорелый. Вот такие вот у нас пироги.